Ну а глава Якутска Айсе Николаев дал эксклюзивное интервью нашей редакции по итогам работы за 5 лет на посту мэра. Николаев отметил, что в столице ведется масштабное строительство жилых домов и социальных объектов, реконструкция, ремонт дорожной сети. Уменьшилось количество ветхого и аварийного жилья, ликвидированы очереди в детские сады, решается проблема бродячих животных и многое другое. Сейчас необходимо улучшать городскую среду, отметил глава города, и в этом направлении уже с этого года начинается активная работа. Вопросы населения поднимает, и я его полностью поддерживаю по части обустройства нашей городской среды, когда мы не только дома строим, но и обустраиваем территории вокруг них. И дворы, и скверы, парки, места отдыха. И в этом направлении в городе Якутске вот с этого года мы уже очень серьезные такие проекты реализуем. Это и бульвар Учителя, это и сквер Романа Дмитриева, сквер братьев Даниловых. Будет у нас начато уже обустройство вокруг Талого озера. То есть такие у нас серьезные, хорошие планы есть. Слава Богу, в этом году есть финансирование, есть федеральный бюджет на эти цели. Я думаю, что у нас, конечно, результаты там будут хорошие.